В дни осенних школьных каникул в столице Чувашии проходит первенство республики по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие сильнейшие юные шахматисты со всей республики. Старт первенству республики был дан вчера, 29 октября, на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Согласно программе соревнований, спортсмены разыграют награды турнира в течение 6 дней. Первыми показывают свое мастерство самые маленькие участники – дети до 9 лет. Отметим, что в первых шахматных встречах участвуют 54 мальчика и 14 девочек. Далее эстафету примут ребята до 11 и до 19 лет. Соревнования проходят по швейцарской круговой системе с контролем времени. Победители и призеры определятся по наибольшей сумме набранных очков. Приглашаем всех любителей шахмат поддержать юных спортсменов.